сейчас я вам должен представить тех, кто сейчас для вас играл. Николай Николаевич Морозов, гитарист профессиональный, 17 лет играл в театре «Ромен». Мы с ним знакомы недавно, но уже подружились. Играет он замечательно, вы сами это сейчас все слышали. Семен Михайлович Хмара, тут уже мой давний друг. Причем, когда я говорю «давний», то вы не должны думать, что это 10 лет, или 15 лет, или 20 лет. Это куда больше. Это больше полвека мы с вами знакомы, Семен Михайлович. Больше полвека. 57 лет. Вот сколько. Значит, он вообще-то актер театра Вахтангова. Ну, гитарист. Но уже он гитарист не профессионал. Он любитель. Хотя играет на гитаре очень хорошо. Я ему завидую. Я тоже играю, но куда хуже. А зачем мы здесь собрались, это я вам сейчас расскажу. Вот вы сейчас слышали, как две гитары играли вам очень знакомый для вас мотив, такой танцевальный. Причем настолько знакомый, что даже, быть, многие из вас поют какие-то слова под этот мотив. Например, две гитары зазвенев, жалобно заныли, с детства памятный напев, старый друг мой тыли. Наверное, многие поют. Только не все знают, что слова эти принадлежат Аполлону Григорьеву, замечательному поэту XIX века, про которого Блок еще сказал, что это непризнанный гений. Вот он как оценивал поэта. Так вот, Аполлон Григорьев написал еще одно стихотворение, не только «Цыганскую венгерку», а еще одно стихотворение, которое начинается: «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная». Ну, обычно этот куплет тоже поют вместе с «две гитары зазвенев, жалобно заныли», потому что это по ритму то же самое, но только поют «поговори хоть ты со мной», не «о говори», а «поговори». А мне это даже больше нравится, потому что «поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная». Представьте себе, один человек, у него гитара, ночь, тишина, а гитара обладает таким особым свойством. Единственный инструмент из всех инструментов. Она не разрушает тишину, а создает тишину. Вот так зазвучала гитара: «Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная». Мы так назвали эту передачу. А почему мы ее придумали? Вот почему. Есть в Москве такая улица, Большая Молчановка. Там на этой улице стоит на уголочке какой-то храм маленький, церковка такая, но она уже не действующая, как раз на углу Большой Молчановки и Нового Арбата. Вот на этой Большой Молчановке стоял и стоит дом, на котором есть чердак. Так на этом чердаке такой Борис Пронин организовал мансарду Пронина. Был он очень заводной человек, организовывал какие-то клубы, какие-то вот такие интересные вещи. И в Петрограде еще, и потом в Петербурге еще, до Петрограда. Ну, он уже был не молодой человек. И тут в Москве, это был НЭП. И туда, значит, чтобы прийти, НЭП наплатили какие-то деньги. А мы, актеры, ничего не платили, мы приходили даром. И приходил туда и Москвин, и Качалов, и разные поэты, читали там стихи, пели под гитары, пели под гитары. Вот из-за этого все у меня и возникла эта мысль. Потому что там были двое таких гитаристов, гитаристов-любителей, актеров. Один был актер второго МХАТа, Николай Геннадьевич Китаев, и другой был актер Вахтанговского театра, вот тот, которого я уже вам представил, Семен Михайлович Хмара. Играли они замечательно под гитары и пели старинные романсы, такие, которые называются цыганскими. Они зря называются цыганскими, это городские романсы. Их пели не только цыгане, но цыгане действительно пели замечательно. И у Яры, и в Стрельне, и в разных местах пели замечательно. И вот я недавно совсем вспомнил, что же это такое. Были такие романсы, пели мы их, значит, Бог знает когда, в 25-м году я их слышал. А ведь большинство из вас их никогда не слышали. Так
хочется мне, чтобы вы-то их услышали, потому что романсы замечательные, и слова там замечательные, и музыка замечательная. И чаще всего никто не знает, кто написал музыку и кто написал слова. Вот никто не знает. А в то же время эти романсы замечательные. И мне захотелось, чтобы вы их слышали. И тогда я позвонил Семену Михайловичу, волновался, как, ведь мы же уже старые оба, и так вот можно и не застать дома, будем так говорить. А я застал, голос молодой, живой, здоровый. Я говорю, поете? Пою. Ну, приходите. Пришел он ко мне по старой дружбе, пришел с гитарой, мы с ним попели, помечтали, повспоминали, и вот решили предложить телевидению сделать такую передачу. Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная. И сейчас, значит, Семен Михайлович поет там романс. С какого романса вы начнете? Что делать сердце мне с тобой? Что делать сердце мне с тобою? Ну вот видите, и сейчас вы вот услышите этот романс, и потом я вам немножечко спою опять, Семен Михайлович, только вы от нас такого голоса-то настоящего не ждите. Нам же все-таки по 80 лет, даже по 81, так? Так значит, голоса большого ждать нечего. Мы вам не голоса будем показывать. Мы вам будем показывать романсы. Потому что по правде вам сказать, кто же вам еще покажет? Вот послушайте сейчас этот романс, тем более, что говорят, будто его очень любил Пушкин. Пожалуйста, Семен Михайлович. Что делать сердце мне с тобою, как тайну мне, ту тайну мне сокрыть, куда бежать, бежать с моей тоскою, в моей ли власти. Ах, власти не любить, в моей ли власти, ах, власти не любить. Хотела б с ним я не встречаться, сама навстречу я бегу. Он скажет слово, слово, побледнею, глаза потупя, потупя замолчу, глаза потупя. Скрывать одно страдание, но пользы нет, ах, нет в том никакой, и лишь одно сердечное признание, любовь сама. Сама предатель мой, любовь сама, сама предатель мой. Ну, действительно, что делать сердце мне с тобою? Вопрос, в общем, серьезный. Но только вот вы, конечно, заметили, что романс-то пелся
от женского лица, а пел этот романс мужчина. Так вот, это все правильно. Так и правильно, и так возможно. И так цыгане пели и в хорах своих. И вот даже Варя Панина, знаменитая цыганка Уяра, так и она тоже пела некоторые романсы от мужского лица, потому что романс не берется на себя. Человек, исполняющий этот романс, не думает, что это он герой. Он показывает романс. И в этом и прелесть, и чистота какая-то особая. Ну, а вот теперь тоже романс будет от женского лица. Называется он «Бусы». И там есть такая прелестная фраза. «Бусы ярко горят, прижимают». Так вот, я не женщина. Ко мне бусы никогда не прижимались. Но в этом образе есть что-то такое прелестно женское, любовное, нежное, физическое. Удивительный образ, ведь любимым подарены бусы. Так вот, послушайте. Бусы ярко горят, прижимаются. Принес мне друг отвагу, вернулся, не забыл. Он бусы мне в награду на шейку подарил. Эх, бусы ярко горят, прижимаются. Мне милым говорят, переливаются. Ах, сверкаете ж сильней разноцветные, с вами сердцу веселей, мои приветные. Окончен путь мой старый, вновь радость велика, звенит моя гитара, не замолчит она. Эх, бусы ярко горят, прижимаются. Мне милым говорят, переливаются. Ах, сверкаете ж сильней разноцветные, с вами сердцу веселей, мои приветные. Густолиственных кленов аллея, для меня ты значение полна. Я думаю, что у каждого из нас есть такая аллея со значением. И у меня она есть, только это у меня не любовные воспоминания, а детские. Это четвертый просек в Сокольниках, действительно густолиственных кленов аллея, а я там на велосипеде катался. А вы, может быть, вспомните маленькую картинку Левитана. Там этот четвертый просек написан, но только там маленькие еще эти клены. Она еще не густолиственная. А сейчас вы послушайте, какого значения она полна для Семена Михайловича. Хороша и бледна, как лилея, в той аллее стояла она. И головку склонивши уныла, и роняя слезу за слезой, позабыла, если можешь, что было, прошептала, махнувши рукой. На нее, как безумный, смотрел я, и луна освещала ее.
расставаясь с нею, терял я все блаженство, все счастье мое. Густолиственных кленов аллея для меня ты значения полна. Хороша и бледна, как лилея в той аллее стоя. Ну вот, а сейчас романс, который называется «Синий глаз под черными бровями». Но тут вот что. Этот романс мне подарил Китай давно, вот тогда еще в 25-м году. И я его пою и очень люблю. Но потом выяснил, этот романс этот же Китай подарил Хмаре. И он его поет и тоже очень любит. И мы заспорили, кому петь. Но я потом попросил Хмару спеть еще раз мне этот романс, и мне понравилось очень, как он поет. Мне кажется, он поет интереснее, чем я, и я его попрошу спеть. «Синий глаз под черными бровями». Выразить словами все, чем столько сожжено сердец. Синий глаз под черными бровями завещал бояться мне отец. Знать, судьба столкнулась чернобровой, словно в жизнь мою вошла гроза. Эти брови хмурили сурово, но смеялись синие глаза. Не знаем, что судьба готовит, слишком поздно видал я ложь. Я не знал, что лгали эти брови или сниц пленительная дрожь. Все, все, чем сердце билось, взято вами, ждет меня безрадостный конец. Синий глаз под черными бровями завещал бояться мне. Ну, а сейчас я вам покажу романс, который очень люблю. Подарил мне его тоже Китаев, тоже в 25-м году. Называется он «Расставаясь, она говорила». И вот, оказывается, я его не зря люблю. Я недавно узнал, что его очень любил Толстой. И что принадлежит этот романс Булахову.
Это композитор 19 века, но Булахова пели цыгане. Он стал цыганским романсом. И вот я тут сделал выписку такую. Куприн пишет. Мне хочется вам это прочитать, потому что это к нашему сегодняшнему вечеру чрезвычайно кстати. Почти 100 лет держалось увлечение цыганской песней. Недаром же этому увлечению отдали искреннюю и страстную дань два самых великих русских человека 19-го столетия. Один, озаривший его начало, другой, увенчавший его конец. Один – Пушкин, другой – Толстой. Да, очень хорошо сказано. И я понимаю, нельзя не любить этот романс. У него есть удивительный конец, который говорит о такой предельной, жертвенной любви, на которую способны женщины. И мне кажется, именно только, может быть, женщина. Я потом спою эти слова. А сейчас я вам скажу. «Для тебя одного лишь солгу я и слезой, и улыбкой, и словом». Вот вы подумайте, как это. Так что я вам сейчас все это спою, а вы мне будете аккомпанировать. Значит, расставаясь, она говорила. Расставаясь, она говорила: «Не забудь ты меня на чужбине, ведь тебя всей душой я любила, и любовь сберегу, как святыню, ведь тебя всей душой я любила». И любовь сберегу, как святыню. Лишь тебе одному доверяла я свои тайные думы и речи, лишь тебе одному дозволяла я целовать мои девичьи плечи и румянец щеки моей алой. В тихий час, тайный час нашей встречи. За тебя одного лишь могу я покраснеть перед светом суровым, для тебя одного лишь солгу я и слезой, и улыбкой, и словом. Для тебя одного лишь солгу я. И слезой, и улыбкой, и словом. Ну, а сейчас, после такого лирического, чистого, можно сказать, даже трагического романса, совсем другой. Романс, почти что песня, с хоровым рефреном и с озорным, таким оптимистическим утверждением. Все на свете трын-трава. Праздником света вся жизнь передо мною развернулась, улыбнулась, упоительно мила.
я играю, слез не знаю, мне все в жизни трава. Я играю, слез не знаю, мне все в жизни трава. Зависть людская меня не тревожит, пусть свободно, что угодно про меня кричит молва. Злое слово мне не ново, мне все в жизни трынь трава. Злое слово мне не ново, мне все в жизни трынь трава. Что мне за дело, что годы проходят, что далеко раньше срока посидела голова. Мне мгновенье наслаждение, остальное тлин трава. Мне мгновенье наслаждение, остальное тлин трава. Ну, а сейчас, собственно говоря, про то же, что далеко раньше срока посидела голова. Только, так сказать, в другом ключе, в лирическом. Мы были молоды с тобой. Это действительно так и было. Пожалуйста. Были молоды с тобой, как счастливы мы были, нас окружавшею весной, так горячо любили. Двурогой месяц наводил на нас свое сияние. Ничего не говорил, боясь прервать молчание. Безмолвно тишь и глаз твоих ты опускала взоры красноречивей слов иных. Немые разговоры, в чем сам не смел признаться я, что в сердце ты таила, то эта песня соловья за нас договорила. Были молоды с тобой, как счастливы мы были, нас окружавшую весной, так горячо любили. Сейчас я вам покажу романс, который пела моя мама. И вот уж наверняка никто не знает, потому что я ни от кого его никогда не слышал. А романс очень хороший. Но дело в том, что мы вообще пели. И папа, и мама, и брат мой, и я. Потому что у всех четверых был слух. И пели, ну, что попало. Разные и цыганские романсы, и украинские песни, потому что папа мой с Украины. Русские песни. Разные пели. И даже я помню, как я пел самую первую песню, когда мне, наверное, было лет 5 так, ну, может, 6, нет, наверное, 5. Значит, это было 76 лет тому назад. А я ее помню очень хорошо. Она смешная. Вы мне подыграйте. В
Вот идет Петруша, черный трубочист, он хотелом черен, да душою чист, он хотелом черен, да душою чист. Нечего бояться его черноты, надо опасаться женской красоты, надо опасаться женской красоты. Красота злодейка нас в огонь ведет, а его метелочка от огня спасет, а его метелочка от огня спасет. Но только вы тут, наверное, никогда не видели этих трубочистов-то. А тогда в моем детстве трубочисты ходили по всей Москве, чистили трубы, действительно черные. Но я-то тогда думал, что это вот самая красота, злодейка-то. Я-то думал, что это вот такая женщина злая. Ходит и, значит, поджигает. А Петруша, знаешь, это гасит. Это я потом только догадался, про что речь. Может, даже поздновато догадался. Так, а вот теперь я вам спою мамину песню. Она пела ее одна чаще всего. Ну, иногда вторил папа, а мы уже с братом молчали. Потому что песенка тихенькая, очень грустная. Пожалуйста. Если б сердце ты лежала на руках моих, все б качала, да качала, я б тебя на них, словно мать, дитя родное, с тихою мольбой. И заснула притевое ты передо мной. А теперь в груди сокрыто, заперто в тюрьму, лишь доступно, лишь открыто одному ему. Но не слышит он печали, как же с этим быть, позабыть его едва ли можно позабыть. Мчатся годы, грусть все та же, те же все мечты. Сердце, да когда же здесь умолкнешь ты? Ну, а сейчас любовные дивные грезы. Ну, естественно, что будет рифма «слезы», тут уж не обойдешься. Но роман замечательный. Потому что, вот знаете, когда хоронили рыцаря, то хоронили вместе с ним и его коня. Потому что даже на том свете он должен быть с конем, иначе он не рыцарь. И вот тут цыган просит, чтобы его похоронили с гитарой. Потому что без гитары он не может жить даже на том свете. Он же цыган. Пожалуйста. Проснутся ли в сердце твоем, или будешь ли сладкие слезы лить с милою, сидя вдвоем? И помни обычай наш старый, дай волю душе молодой, любимую песню с гитарой, цыганскую песню с лапой. Час смерти пробьет
прежде чем очи закрыть, велит гитару с собою в сырую могилу зарыть. И помня обычай наш старый, мы друга всегда вспоминем, любимую песню с гитарой, цыганскую песню споем. Сейчас мне хочется вам показать удивительный романс. Ну, я его больше всех люблю. Это старый цыганский романс. Цыгане поют его и по-цыгански, и по-русски. У него удивительная мелодия, какая-то вьющаяся, прямо обгоняющая сама себя, поворачивающаяся. Удивительная. Вы это поймете, когда я начну петь. И удивительные слова. Там есть такие слова. «Наглядитесь на меня, очи ясны, про запас». Вот этот самый образ поэтический, «наглядеться, про запас», я никогда не встречал. Это удивительный образ. Действительно, «наглядеться, про запас», может, на всю жизнь. Удивительно. Ну вот, послушайте. Наглядитесь на меня, очи ясные. Про запас знать впослех, знать последний, знать в последний раз, очи я. Очи ясные, знах, знать последний раз. Невзворох, невзворотится назад, буду плакать, буду плакать я. И страдать. Вот мы нашу передачу начали с цыганской венгерки. И мы хотим цыганской венгеркой закончить передачу, но только со словами, потому что слова-то там замечательные написал Аполлон Григорьев.
Все их спеть невозможно, их очень много. Но все-таки несколько куплетов, послушайте, Семен Михайлович поет. Пожалуйста. Две гитары зазвенев, жалобно заныли. С детства памятный напев, старый друг мой тыли. Эх, раз, два, раз. Вновь унылый перебор, квинта плачет снова. Для чего ж не мой укор, вымолви хоть слово. Эх, раз. Ах, доля, доля, ты моя, ты лихая доля. Уж тебя сломил бы я, кабы только воля. Уж была бы она моя, крепко бы любила. Для людая та змея доля жизнь убила. По рукам и по ногам спутала, связала. По бессонным, по ночам сердце иссосало. Эх ты, раз, два, еще раз. В общем, я у ног твоих, смотри, смертною тоскою. Говори же, говори, жалься надо мною. Эх, раз. Неужели я виноват с тем, что из-за взгляда твоего я был бы рад вынести муки ада? Эх ты, раз, два, еще раз. Что сгубил бы я тебя и себя с тобою, лишь бы ты была моя навсегда со мною. Чебирях, чебирях, чебиряшечка, с голубыми ты глазами, моя душечка. Хоть раз бы поглядеть прямо, ясно, смело, а потом и умереть, плевое дело. Поговори хоть ты со мной, подруга, семиструнная, душа полна такой тоской, а ночь такая лунная. Эй!